Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, недавно Катя прочитала действительно историю в журнале модном об интерьере. Чтобы дом был богаче, ярче, чтобы статус, знаешь, чтобы все себя чувствовали уверенно в доме, нужны невероятно роскошные шторы вешать на окна. Потом думаю, если нужно вешать шторы на окна, это же получается обновление весной. То есть это как новое платье именно для нас, также и шторы, новое платье для окна получается. Все верно, действительно. А шторы для интерьера – это как платье для женщины. Как только мы создаем перемены в своем доме, приходят перемены и в нашу жизнь. А с нашими шторами, которые созданы эксклюзивно для телеканала Шоп-н-Шоу, перемен будет в два раза больше, и они гораздо быстрее придут в ваш дом этой весной. И действительно, полный комплект, эксклюзивный, уже на шторной ленте, из бархата Деваре мгновенно превратит обычную гостиную в роскошную залу, а спальню в будуар истинной королевы. Но благодаря технике Деваре вы подчеркнете, что разбираетесь в модных тенденциях, ведь Деваре – это модный тренд 2019 года. Плюс еще такие шторы прослужат минимум 15 лет, наполняя ваш интерьер роскошью и аристократизмом. Ну что же, представляете, сегодня мы действительно невероятно добавляем себе роскоши своему дому. Кстати, Кать, у нас сегодня есть с вами три цветовых решения. Давайте с ними знакомиться прямо сейчас. Итак, светло-бежевый прямо сейчас на ваших экранах. Ой, очень золотой, знаете, мне действительно нравится этот цвет. Такой похож на брызги игристого шампанского, это как бриллиант-шампань. Итак, давайте знакомимся далее с цветами шоколадные. Вот знаешь, это мой фаворит. Мне очень нравятся темные именно оттенки, когда они висят на окнах. Прям шоколадный. И третий цвет, это для вас фиолетовый. Кстати, он что тебе напоминает сегодня? Ты знаешь, это модный тренд 2019 года, как заявляет институт Pantone. Он прослужит еще, будет на пике популярности минимум 5 лет. Необыкновенный цвет, симбиоз красного и такого леденящего синего. Идеально, кстати, подойдет для теплых и холодных интерьеров. Ну вот, кстати, помимо того, что я читала в журналах, я еще и ходила в магазин, так, искала достаточно, ну, шторы хорошие, цены просто космос, Катя. Ну а чему ты удивляешься? Действительно, так оно и есть. Вот обрати внимание, я сделала специально, да, подборку цен, сколько стоит погонный метр бархата Деваре. И ценники, конечно, просто потрясают. 4000, да, вот рублей погонный метр. У наших штор целых 3 погонных метра. То есть ты понимаешь, да, 12 тысяч – это только одна материя. Но у нас ведь готовый, отшитый комплект уже на шторной ленте. То есть шить такой комплект обойдется, ну, минимум 15, а то и 20 тысяч рублей. Сегодня для вас невероятное предложение. Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Полностью комплект – это шторы, карамель, это еще и шторная лента в цене только сегодня. 3999 рублей. Торопитесь уже прямо сейчас. Цена не будет ждать. Предложение сегодняшнего дня, значит, в ограниченном количестве. И, кстати, вы знаете, что когда впервые эти шторы появились на нашем телеканале, тогда за тот день было продано более 3000 экземпляров. Уже 3000 хозяек именно имеют такие шторы в своем доме, они висят на их окнах. Впустите весну в свой дом и, конечно же, в свою роскошь жизнь. Ну, ты знаешь, Свет, с полным комплектом, так, готовым комплектом, состоящим из двух портьер, уже причем отшитым, что очень важно, да, на шторной ленте, впустить весну, впустить перемены, сделать свой дом действительно богатым и аристократичным, это очень просто. Угу. Только мы повесим новые шторы в своей спальне, либо в своей гостиной, мы увидим, как преображается наше жилище. Да и ощущать мы себя будем совсем в нем по-другому. Ты знаешь, что мне нравится? Я очень часто меняю шторы для того, чтобы создать эффект новизны. Не нужно делать ремонт, вкладывать большие финансы, не нужно покупать дорогостоящую мебель. Вот, посмотри.
интерьер преображается только с помощью штор. И что самое главное, не имеет значения, какую комнату вы хотите преобразить. Необыкновенные шторы, выполненные из бархата, наполнят ваш дом роскошью и подчеркнут его статус. Ну а благодаря цвету мы можем еще и поиграть обстановкой. Например, с помощью светлых мы визуально расширим пространство, а с помощью темного, глубокого шоколадного оттенка, да, мы сделаем наоборот интерьер более приглушенный и благородный. Получается, такие шторы сегодня подходят абсолютно в любой интерьер. Мы меняем свой интерьер без ремонта и делаем свой дом богаче, ярче, статуснее. Вы становитесь самой модной хозяйкой. Почему? Потому что к вам приходят гости и понимают, что вы следите за тенденциями. Вы в тренде 2019 года и понимаете, какие шторы, какое новое платье нужно повесить на свое окно. Тем более, скоро Пасха, скоро Красная Горка. Мы все будем заниматься уборкой. И в этот период мы всегда вешаем с вами новые шторы на окна. Цена только сегодня 3999 рублей. У нас с вами невероятные шторы, где две портьеры, еще и шторная лента. Кстати, Кать, вот я смотрю на эти шторы, да, и я честно не понимаю, это рисунок, это аппликация. Рассказывай, показывай, что это уникальная такое. Французская техника, называется она деваре. Да, кто-то может подумать о том, что узоры у нас приклеены, но нет, это не так. Смотри, создается такая техника с помощью трафарета. Mm-hmm. То есть на бархатное полотно накладывается трафарет. Затем специальным составом начинает удалять излишки ворса. И у нас это трехступенчатая технология. То есть остается сначала гладкая фактура, которая слегка рассеивает цвет. Так. Затем короткий матовый ворс, он добавляет глубины. И уже длинный глянцевый бархатный ворс, который сияет, переливается и добавляет как раз-таки вот этот эффект витражей в том числе. И теперь бархатные шторы можно повесить даже в самую маленькую комнату, потому что они визуально расширяют пространство и делают интерьер безумно богатым. Подходит абсолютно в любой интерьер, рассеивает свет. Это невероятная техника, это самый высокостойный бархат деваре для вас. Торопитесь прямо сейчас. Цена только сегодня 3999 рублей. А еще приятно, так, что за такими шторами легко ухаживать, ведь они шиты очень качественно, будем стирать на деликатном режиме дома, и прослужат они минимум 15 лет. Вот так вот, еще и шторная лента, и невероятное количество ткани. Ваш дом самый богатый этой весной.